Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» может похвастаться феноменальным урожаем яблок своего сада Победы. Его высадили вместе с ветеранами сотрудники учреждения в канун 70-летия Победы. В этом году воспитанники попробуют плоды своего сада. Идея заложить этот сад принадлежит директору нашего центра Беспаловой Татьяне Алексеевне, заслуженному учителю Российской Федерации. Она предложила нам эту идею заложить фруктовый сад на территории нашего пришкольного участка. Коллектив ее поддержал. И в честь 70-летия Победы, в честь 70-летия Великой Победы, в год этой даты знаменательный этот сад был заложен. Цвести яблони стали почти сразу, но плодоносить начали только в этом году. Сотрудники центра шутят. Это подарок детям от ветеранов к 75-летию Победы. Каждое дерево в саду именное. Водитель Вавилин Николай Федорович, почетный работник общего образования Российской Федерации, участник чернобыльских событий. Он очень много лет проработал в нашем учреждении, и вот это яблоня вот посажено именно его руками. Вообще весь этот ряд, первый ряд нашего сада посажен руками ветеранов. Последующие ряды руками наших работников. В этом году в учреждении празднуют первый юбилей – 5 лет работы. По этому случаю на территории учреждения строят новую спортивную площадку. Основные задачи центра – оказание помощи детям, которые осваивают адаптированные образовательные программы. Павел Половов, новости Улправды ТВ.